доброго времени суток. Всем привет. Приготовим сегодня крабовый салатик. Для этого нам понадобится 100 грамм риса сырого, промыли, залили 3 стаканами водички, поставили на печку. Как закипело, закручиваем огонечек на совсем медленный, 15 минут варим, промываем и откидываем на сито, на друшлаг. Все, рис готов к салату. Ну и, конечно, понадобится огурец, колбаса и крабовые палочки, все по 200 грамм. 3 яйца, можно 4, я взяла 3, этого достаточно будет. Яйца для салата всегда варю 8-9 минут, тогда желточек получается желтенький, не синенький. Консервированная кукурузка объемом баночка 212 мг, то есть всего 140 грамм. Майонез 200 грамм, этого достаточно, а там кладите по вкусу. Зелень для украшения немножечко. Итак, собираем салат. Кукурузку отправляем к рису и нарезаем колбаску. Тоже так же меленько режем, ну примерно с размером кукурузки. Итак, нарежем все ингредиенты. И огурчик, и яйца тоже мелким кубиком с размера кукурузки. Тоже так же мелкими кубиками нарезаем. Салатик быстрый, легкий. Детишки особо любят такой салатик. И также нарезаем огурчики мелким кубиком. Примерно с 0,5 сантиметра шириной и толщиной. Вот так. Собираем все, отправляем в чашку. Нарезаем крабовые палочки. Режу на 3 части, потом еще раз пополам, чтобы не висели, как лапша, не висела на вилке. И нарезаем тоже меленько. Вот так. Рецепт я оставлю под видео в описании, а еще под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал. Заходите и подписывайтесь. Осталось добавить яйца, нарезать мелко и добавить майонез. Тоже так же режем мелким кубиком. Вот так. Отправляем в салат, яйца тоже добавляем. Отправляем майонез, 200 грамм достаточно. Соль, щепотка, чтобы просто посолить яйца. Все перемешиваем. Отправим в холодильник минут на 30, и наш салат будет готов. Перед подачей обязательно опять перемешиваем и выкладываем на блюдо и подаем на новогодний стол. Всех с наступающим Новым годом! Спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Скажи, Калино, де ва? Як попала ти сюди? Ти скажи, скажи, Калино, як попала ти сюди? Як то ранюю, да не весно. Кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!